Сыночек. Вот, да, третий вот сейчас. Ну, не знаю, да, что поводить. Нам конкретно даже не ставили прям. Ну, пожалуйста. Вообще много случаев мародерства в последнее время? Много. То есть люди под прикрытием борьбы за свободу занимаются криминалом по факту, да? Нет, они не под прикрытием. Они просто борются за свободу, они просто занимаются криминалом. Но они же как-то оказались в этом здании, которое считается, собственно, центром. Они вошли, а потом просто сгнили здесь и все. Есть еще прям новый, да? Новый абсолютно. Да, да, нет. У него телефон не отвечает. Пускай покажу. Да, я звоню, привет. Ну, то же самое. Ну да, просто ценниками. Понедельник, это куда же вы на движение? Ну, понедельник.